Эта группа образовалась лишь с одной целью – подчеркнуть и донести до слушателей всю красоту народных композиций, пропагандировать в молодежной среде искусство игры на домбре и преподнести миру величие казахского народного наследия. Сегодня в программе X-Files группа «Улытау». Улытау, в переводе означающая «Великая гора», была создана весной 2001 года. Свое звонкое имя она получила по одноименному названию горного массива, что находится в Карагандинской области. Первоначальная идея создания команды принадлежит Кадыралиу Улманову, который сейчас является продюсером коллектива. Он решил сделать микс из казахской этнической музыки, мягкого звучания скрипки и тяжелых гитарных рифов. Творчество группы, наряду с исконно казахскими и тюркскими, содержит элементы западных и восточных музыкальных культур. Первым сольным альбомом «Улытау» стал «Жумыр Кылыш», в которую вошли 10 композиций на музыку таких классиков, как Курмангазы, Мохаммеда, Тлендиева, Шалмырзы, Казангапа, Вивальди и Моцарта. Тогда впервые на казахстанском рынке появился альбом, записанный на лучшей московской студии Владимира Осинского. Сведение альбома происходило в Лос-Анджелесе на студии Paramount Records с саунд-продюсером Тимом Палмером. В состав группы «Улытау» входят Максим Кичигин. На гитаре парень играет с 11 лет. Алуа Маканова – скрипачка. Уроженка города Алматы родилась в музыкальной семье. Ее родители всегда хотели, чтобы дочь играла на фортепиано. Но она настояла на скрипке и не прогадала. Ержан Алибетов – выпускник консерватории имени Курмангазы по классу домбра. Сегодня группу «Улытау» можно назвать настоящим прорывом в мировой и отечественной современной инструментальной музыке. Тем, что музыканты группы с таким энтузиазмом и драйвом исполняют произведения величайших композиторов. Польша, Шотландия, Америка, Турция – это всего лишь малая часть тех стран, где за свое существование успели побывать улытауцы. Самые строгие зрители Европы по достоинству оценили их талант. Композиции не раз входили в топ-10 европейских радиостанций и даже возглавляли западные рейтинги. С бурными овациями их встречают во всех уголках планеты, а на родине просто восхищаются. Группа «Улытау».